Господи, нет! Черт! Господи, пожалуйста, нет! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. Сегодня мы с вами будем заказывать проклятый пластилин с сайта Darknet для того, чтобы слепить. А вот кого слепить, друзья, вы узнаете буквально через пару секунд. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комменты и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео, друзья. Сегодня мы с вами попробуем слепить человека, попыт из проклятого пластилина. Говорят, если слепить попыт человека, попыта голового или пупырышка голового, как хотите его называйте, то он придет ваш дом. Это жутко страшно и интересно, поэтому, друзья, прямо сейчас немедлим и идем забирать наш пластилинчик, потому что он уже доставлен. Погнали! Друзья, также со мной видео снимается мой парень Дима. Всем привет! Он же оператор. Оператор и моя собака Лаки. Лаки, нельзя, нельзя, нельзя. Лаки, Лаки. Поздоровайся, скажи привет. Всем привет, всем привет. О, вот, все, 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 нельзя, нельзя прыгать. Нельзя прыгать, платье порвешь мне. Нельзя. Все, место, место. Отлично, опять мама вся в пуху. Так, ладно, друзья. Нет, Лаки, только не в лужу. Только не в грязь, Лаки, нет. Место, место. А то она может прыгнуть. В общем, друзья, самое интересное то, что... Сейчас я вам расскажу, друзья. Есть такая уже легенда, кстати, на ютубе. Пупырышка головы и попык головы. То есть это, собственно говоря, семейство сиреноголовых. То есть огромная сирена с головой попыток. Я сначала подумала, что, ну, как бы этого невозможно, но на самом деле, друзья, неизвестно, кто придет. Лепить сегодня будем человека с лицом попыт. А кто придет, человек или сиреноголовый с лицом попыт, неизвестно, друзья. Все зависит от того, какой там, я не знаю, пластилин или что. Что здесь? Блин. Что это такое? Это что? Кто здесь? Черт, я, ребята, вижу уже, что пластилин доставлен. Друзья, вот эта заветная красная коробочка. Кстати, они стали доставлять пластилин в красном боксе. И если пластилин в красном боксе, то это самый жуткий, самый проклятый, самый страшный пластилин во всем мире, друзья. И сейчас мы пойдем, откроем эту коробочку и слепим самого страшного попыта голового. Погнали! Друзья, а я вас прямо сейчас попрошу ответить ниже в комментариях, что, по вашему мнению, лучше, Simple Dimple или Pop It. А многие писали, что Pop It, но вот лично мне нравится больше Simple Dimple. Ладно, пишите прямо сейчас ответ в комментарии и не забывайте ставить лайки под этим видео. Чем больше лайков, тем чаще видео, поэтому я буду стараться снимать для вас каждый день. Пишите, какие видео вы хотите увидеть на моем канале, а мы открываем наш заветный проклятый пластилин. Так, ребята, только посмотрите, какие яркие, крутые цвета у этого проклятого пластилина. Даже и не скажешь, что он проклят. Но почему-то вся коробочка, она как будто, понимаете, смазана. Вот знаете, есть такое церковное масло. Оно пахнет, как будто, знаете, вот от злых духов эта коробочка чем-то обмазана. Это реально стрёмно. И жалко, что запах не передается на камеру. Ну, друзья, ладно, начинаем лепить попыта голового. Я хочу посмотреть, кто придет, что получится и насколько он будет злым и жестоким. Есть, конечно, вероятность того, что мы с Димой можем пострадать, но я всегда рассчитываю на лучший исход. Так, в общем, мы будем лепить тело попыта голового из черного пластилина. А сами пупырки у нас будут радужными, поэтому все цвета нам сегодня понадобятся. Друзья, а чтобы вы так долго не ждали, вы прямо сейчас увидите, что же у нас получилось. Итак, друзья, вот какой попытоголовый у нас получился. Посмотрите, руки, ноги, как у обычного человека, достаточно мускулистого, только нету попы. А голова у него квадратная, сделана
как попырками, попытками. Ну, в общем, мы попытались как-то это изобразить. Я надеюсь, что это получилось. Напишите в комментариях от 1 до 5, как вам попытоголовые, друзья, такой радужный. Ладно, друзья, теперь нам остается что сделать. Сейчас мы отправимся к доске для вызова духов. Проведем обряд вуду магии, чтобы оживить этого попытоголового. И отправимся в лес посмотреть, пришел ли на самом деле настоящий попытоголовый, или как его еще называют, пупырышкоголовый. А, кстати, говорят, вы знали, что если хоть одну пупырку на лице попытоголового лопнуть, он вас сожрет. Жутко страшно, но мы сегодня попробуем это сделать, а сейчас отправляемся к доске для вызова духов. Погнали! Итак, друзья, вот наша доска для вызова духов. Кстати говоря, я обожаю качели. И мне кажется, что качели еще обладают какой-то мистической формой жизни, потому что, ну, вы знаете, что в каждом, практически в каждом фильме ужасов есть качели, которые качаются сами по себе, и что-то мистическое происходит. Поэтому для того, чтобы призвать духов, сегодня мы будем это делать на качелях. Попытоголовый рядом с нами, положим его пока в сторонку вот здесь вот, и начнем призывать духа попытоголового. Попыт головый, приди, я призываю тебя. Попыт головый, приди, я призываю тебя. Попыт головый, приди, я призываю тебя. Черт! Дима! Черт, он встал. Он встал! Жесть! Тихо, тихо. У нас получилось. Голова. Господи, это плохой знак. Жесть, Дима. Это плохой знак. Голова попытоголового отломилась, оторвалась буквально. Блин, я уже боюсь, ребята, идти в лес, потому что вдруг попытоголовый захочет оторвать мою голову. Ладно, попробуем сейчас пока временно ее приделать. Сейчас я буду читать информацию для того, чтобы... Слышите, как будто щелкают пупырки. Ребята, вы слышите? Как будто звук такой, как будто лопаются пупырки. Офигеть, короче говоря. Ладно, ребята, сейчас мы где-нибудь оставим этого попытоголового и понаблюдаем издалека, что будет происходить. Ну, грубо говоря, поставим скрытую камеру, и, возможно, нам удастся увидеть попытоголового. Так, сейчас заходим в углу леса. Давай, Дим, слышишь? Хруст попыток усиляется. Этот звук, ребят, вы слышите? Черт, жуть, я никогда в жизни не видела попыток голового. А возможно, это даже сирена головы. Давайте, ребята, оставляем попыток голового здесь. Так, ставим камеру на штатив. Так, ребята, короче, вот здесь оставлю попытку. Лаки уже что-то не нравится. Сейчас пока отойдем с Димой, посмотрим, что будет делать эта проклятая игрушка, слепленная из проклятого пластилина. Черт, ребята, вы посмотрите на это. Блин, он реально двигался, его голова и руки поднялись, и он держит свою голову. Что бы это могло означать, Дима? Это значит, что он может... Блин, он хочет нам оторвать голову. Так, ладно, ребята, пупырки, они лопаются все ближе. Он где-то здесь. Черт, Дим, давай за дерево. Скорее, скорее, нам необходимо спрятаться. Иди сюда. Давай камеру скорее. Черт, жесть, ребята. Где он? Я слышу какие-то шорохи вот здесь, вот, в кустах, ребята. Жесть. Мы пока с Димой тут прячемся за деревом. Надеюсь, что прямо сейчас выйдет попытоголовый. Он должен прийти, потому что, наверное, игрушка дала ему какой-то знак. Вы слышите? Он там. Звук пупырок исходит оттуда. Или мне кажется, Лаки почему-то пошла в другую сторону. Она не чует его. Так, ребята. Черт, кто-то идет. Так, ладно, тишина, ребята, смотрим.
Не может быть, это реально попытка головы, ребята. 6, ребята. Вы слышите этот звук? 6, это попытка головы. 6, ребята. Черт. 6. Лаки, охраняй. 6, он нас заметил, ребята. Лаки, охраняй, где ты? Лаки, охраняй, ко мне. Лаки, охраняй. Черт, 6, ребята. Лаки, охраняй, попытоголовый. 6, мне кажется, что он хочет напасть на меня. 6, Лаки, ты где? Лаки, охраняй. 6, а черт, ребята. Стой, силами данными мне небом, землей, стой. Конечно, нам нужна будет пушка. Возможно, при помощи нее он будет нас слушаться. Короче, нужно прикрепить голову. Черт. Остановись, попытоголовый. Слушай мой приказ. Так, ребята, он стоит. Он слушается. Посмотрите, как они похожи. Попытоголовый и эта вуду-игрушка. Остановись силами данными мне. Стой на месте. Сейчас, ребята, попробуем рискнуть и лопнуть одну из его пупырок. Поподробнее рассмотрим. Выглядит как обычный человек, но голова у него в пупытках. Мы подошли слишком близко, и сейчас я буду рисковать. Я хочу нажать на одну из его пупырок и посмотрим, нападет ли он на нас. Ребята, надеюсь, что вы готовы и собрали на это видео 5000 лайков. А я уже начинаю лопать его пупырки. Друзья, смотрите, пока ничего не происходит. Посмотрите, я лопаю его пупырки. Черт! Господи, нет! Черт! Господи, пожалуйста, нет! Попыт головы, оставь меня в покое, Лаки, охраняй! О, черт! Ребята, попыт головы бросился на меня. Я не знаю, что... жесть, ребята. Походу, он потерял меня из виду. Ладно, ребята, у меня возникла идея. Попыта голова. Мы посмотрели. Друзья, нам нужно избавляться его. Нужно выгонять его из этого леса. Силами данными мне небом и землей, я изгоняю тебя из этого мира. Силами данными мне небом и землей, я изгоняю тебя из этого мира. Силами данными мне небом и землей, я изгоняю тебя из этого мира. Обезглавленный. Нужно проверить, получилось ли избавиться. Попыта голова. Дим, ты как? Дим! Походу, он покинул этот лес. Дим, ты видел его? Офигеть, какой он был крутой, Дим! Офигеть! Ты побежал в другую сторону, я перепугалась за тебя. Ты видел его? Я хотел его поймать. Я нажимал его пупырки. Ребята, это было очень круто. Теперь нам нужно будет закопать эту фигурку, придать ее земле. О, растанто, экетебенте, бретанто, о, стокорте, эста, узама, эса, та-та-та-та, ратамогада. Все, друзья, это была Королева Мистики. С вами всем желаю счастья и добра. Всем пока!